Новый год вступает на землю Карелии. В эти дни мы, как всегда, оглядываемся назад, подводим итоги, намечаем рубежи на будущее. Он был хорошим трудовым годом, 68-й. Он был годом всенародной подготовки к ленинскому юбилею, и все наши успехи посвящены столетию со дня рождения Ильича. Пусть и в будущем множатся успехи, пусть осуществляются самые смелые планы. В канун Нового года мы встречались с разными людьми и узнали немало интересного. Мы находимся на строительстве большого комплекса промышленных предприятий и строительной, и баз строительной индустрии Главсевзавстроя в южной зоне строительной индустрии Петрозаводска. 3 месяца тому назад здесь заложены первые фундаменты. Сейчас, вы видите, идет сооружение 2-го пролета главного корпуса завода по капитальному ремонту строительных и дорожных машин. Заложены фундаменты бытового корпуса этого завода. Дальше, затем, лесом будут сооружены 3 больших завода. Крупнопанельного домостроения, завода по выпуску сборного железобетона, завода товарного бетона, обеспечивающего технологическим бетоном эти заводы и стройки Петрозаводска. Кроме того, не забыты здесь и транспортники. Будет сооружена база, гараж на 400 машин. Здесь, на заводах крупнопанельного домостроения и сборного железобетона, стеновые панели впервые в Карелии будут выполняться на местном легком заполнителе Шунгизите. Пройдет немного времени, и южная зона строительной индустрии Петрозаводска, новая в Карелии, даст свою первую продукцию в обеспечении возрастающих объемов строительства в республике.